муж и жена из штата Айдахо уже держали дома одну кошку, но потом посчитали, что им нужна вторая. Чтобы подобрать себе котенка, они приехали в приют Happy Jack Cats Inc. Управляющая Эмили Салливан показала супругам трех котят, которых недавно привезли из пригорода. Котят звали Артемида, пестрая кошечка, Геракл, черный мальчик, и Аполлон. Когда мы вошли в их комнатку, котята бегали и играли на полу. Супругам сразу же полюбилась Артемида, она тут же залезла им на колени, рассказывает Эмили. После того, как пара высказалась, что они точно забирают Артемиду, Эмили пошла искать для них переноску, а потом поставила ее на пол в вольер с котятами и положила туда одеяльце. Потом она стала ловить Артемиду, чтобы ее засунуть в переноску. Было уже очень поздно, около 10 часов вечера, а освещение в вольере было слабым. Наконец, Эмили поймала Артемиду, обняла ее и положила в переноску. Когда они вошли, один из них посмотрел на Артемиду в переноску, а потом и я сама туда заглянула, чтобы убедиться, что все в порядке. Я видела ее пеструю мордочку и сказала ей «До свидания, будь хорошей девочкой». Потом я проводила пару и закрыла за ними дверь. Чуть позже Эмили получила смс-ку от супругов. Они написали, что едут домой на машине и что Артемида очень громко мурлыкает в переноске. Эмили посчитала, что это значит, что кошка хорошо себя чувствует. Но когда супруги приехали к себе домой и открыли переноску с Артемидой, они с удивлением обнаружили в ней безбилетника. Это был котенок Геракл, и Артемида лежала рядом с ним, обнимаясь, и поэтому громко мурлыкала. Геракл черного цвета, и, видимо, он залез в переноску, пока Эмили ловила Артемиду, а потом, из-за сумрака в комнате и его темного цвета шерсти, ни Эмили, ни супруги его в переноске не заметили. Они позвонили мне и начали диалог словами «Вы не поверите, что мы увидели». Я заволновалась и спросила, что-то случилось, и тогда они рассказали мне про котенка Геракла. Я принесла им кучу извинений и сказала, что специально буду ждать их завтра утром, чтобы они завезли Геракла в приют. Пара согласилась, и они взяли на себя заботу о лишнем котенке на ночь. Эмили готовилась утром встретить их, но они вдруг позвонили и сказали, что меняют свое решение. Они просто сказали, что успели полюбить Геракла и что он очень милый, и поэтому они возьмут и его тоже. Я лишь сказала, ничего себе, это было совершенно не то, что они планировали, но теперь все в полном порядке, и они очень довольны. Что касается оставшегося в приюте котенка Аполлона, то его уже через 12 дней взяла к себе домой другая семья. Эмили очень рада, что с этой троицей все в итоге так хорошо устроилось.